Вроде прошло много лет, вот 25 лет, как мы разучились все. Мы в одной стране, вы в другой стране. Такова наша судьба сложилась. Это тяжело перевести такое предприятие, но что не поделаешь, суждено, так случилось. Ты сейчас справляешь свое 90-летие. Сейчас я смотрел все эти передачи. Для новости я получил колоссальное удовольствие, что так близкие люди вокруг тебя окружают. Это радость, большая радость. И твои сыновья. По-моему, я и видел твои внучки, и внучки тоже самое. Радость тебе, счастья тебе желаю, и долголетия, и тебе, и твоим сыновьям, твоим внукам, и надеюсь, и правнукам. Счастья вам еще раз.